новости в форме. С вами Сергей Чураков. Добрый вечер. В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил при посещении выставки «Беларусь интеллектуальная». Она стартовала сегодня в Минске. Настолько масштабная демонстрация научно-технических разработок в стране проходит впервые. В экспозиции представлены порядка 400 образцов по различным направлениям. Искусственный интеллект, IT и биотехнологии, робототехника. Свои наработки показали и представители военного ведомства. Выставка будет работать все выходные в Национальном центре Белэкспо. В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск союзного государства подразделения механизированной бригады из Гродно выполняют задачи оборонительной тематики. Экипажи боевых машин совершили многокилометровый марш в назначенный район, развернули полевой лагерь, приступили к занятиям по боевой подготовке. Военнослужащие механизированной бригады из Слонима поздравили со 104-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Николая Степановича Фурчакова. С первых дней войны он сражался с немецко-фашистскими захватчиками в рядах 2-го Украинского фронта. Участвовал в боях за Кировоград, прошел боевой путь от Белостока до Кёнигсберга. За боевые заслуги награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Telegram.